Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа «Урбан», 12.06 на часах. В студии по-прежнему Светлана Занько. Владимир Сметанин. Да, и наши гости Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно», и Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские ССК». Дмитрий Сергеев нас покинул. Ему все-таки нужно на комитетах выполнять ЗС, еще да, выполнять депутатские полномочия. Угу. Так что вот добежать недалеко мы отпустили Дмитрия Вайрича. Комплексное развитие территорий. Да-да, и прости, да. Комплексное развитие территории. Продолжаем эту тему. Тема нашей сегодняшней программы. Жалко, что Сергеев-то ушел. Потому что здесь мы, как всегда, продолжался разговор в перерыве с Денисом Крутихиным по поводу меняющегося законодательства заговорили. Земельного и строительного законодательства, в том числе на уровне региона, который меняет планы девелоперов. И почему вот вопрос Володи был, почему все меняется, почему невозможно прогнозировать именно в связи с этим. Но мы обещали нашим слушателям, что мы разберем на примере комплексное развитие территории в рамках города, да, который близко к центру, на примере Северного кольца и того, что находится внутри. Раз уж мы заговорили про реновации, раз уж мы говорили про новую там жизнь старых промышленных районов, которые очень активно вот сейчас муссируются в прессе, которую Мень продвигает, и список этих зон строительных должен был появиться на сайте Минстроя в конце прошлого года. По каждому городу? По всей России, по да. По всей России. Но Ирина Васильевна Рубцова мне пояснила, когда мы с ней договаривались как раз на комментарии, она мне пояснила, что это, может быть, России касается, но Кирова-то нет. Нет в этом списке ни одной нашей промышленной зоны, которая предлагалась бы девелоперам для того, чтобы ее развивать и застраивать. А мы у себя-то на месте можем подать сигнал туда, наверх, в федеральный центр, что мы тоже как-то хотим поучаствовать в этой цивилизованной волне? Это должна сделать... Почему? Муниципалитет. Это должны делать муниципалитеты. Да. И именно муниципалитеты должны рассмотреть территорию городскую и определить эти зоны, которые они готовы предложить девелоперам для развития. Зону, которую еще раз мы сейчас обозначаем, зона Северного кольца и набережная, там прилегающая, определила я сейчас, да, вот в конце прошлого часа. Я сказала, что вот, пожалуйста, вам шикарный центр города с прекрасными видами на реку, с интересным ландшафтом, потому что, да, там такая гора, которая вот позволяла бы как-то ее использовать. Полностью сейчас вот эта зона, это промзона с какими-то предприятиями, которые там внутри есть, с отдельными объектами, даже соцструктурными, там какой-то спортзал, там вот кто-то там воткнул тоже в бывший ангар и что-то такое, которое, на мой взгляд, могла бы быть реновирована и превращена в прекрасный современный микрорайон с культурными центрами, общественными пространствами, с действующей инфраструктурой. И я думаю, что он бы пользовался спросом, и даже за ценой бы люди не постояли. Смотрели ли вы, как девелоперы, в эту сторону, вот на этот район, и, может быть, даже дальше за реку? Ну, давайте начнем с господина Крутихина, который там рядышком уже стал строить. Там на Заводской стоят дома с видами на Вятку. Я думаю, что именно эти виды привлекают, конечно же, людей. Но я там проезжала, я бы не сказала, что инфраструктурно район развит. Ну, инфраструктуры там нет никакой, кроме автобуса. Инфраструктуры там нет никакой, кроме автобуса и двух магазинов. Там сейчас идет речь, делаем мы проект планировки, чтобы перевести категорию земель, которая ближе к реке, построить там детский сад совместно с администрацией города. Вот единственное, что значит там будет. Совместно с администрацией города? На каких условиях? Нет, мы, конечно, мы готовим землю, сменяем статус, категорию земель, угу. Да, а строить будет, конечно, мэрия. Угу. Мэрия, вот то, что там будет. Она прям дала уже согласие, да, мы будем строить. Ну, согласие там давно есть. Угу. Денег ждем. Нет только. Денег нет, да. Угу. И проект уже есть этого детского садика? Ну, проект или типовой, это все... вот мы два детских садика построили, они очень удачно понравились и администрации города. Напомните, и... где? Ну, это в Радужном и в Урванцево. Угу. Ну, давайте мы эту историю все-таки сейчас оставим. Прекрасно все представляют, в какой ситуации мы живем, а что могло бы быть и при каких условиях. Вот давайте начнем с того, как вот этот вот микрорайон, который он есть, да, как он появлялся. Угу. То есть в свое время, это больше 10 лет назад, небольшой участок от этого микрорайона по акту выбора был отдан заводу «Искош», уксу завода «Искош». Они спроектировали там два дома. Наступил кризис 2008 года, они выставили на продажу этот проект планировки. Мы его купили, построили два дома, и, значит, вроде бы как бы
все. Ну, здесь появился спрос, значит, мы снесли еще несколько деревянных домиков, построили еще один дом. Вроде бы все. Потом администрация города выставила небольшой кусочек, ну, там где-то полгектара, на торги. Ну, конечно, мы его купили, построили, и вроде бы все. Значит, все проходит... квартиры продавались. Все квартиры продавались. Mm-hmm. Проходит какое-то время, еще какой-то кусочек выставляют на продажу. Там, по-моему, частники. Мы участников купили этот кусочек земли, построили дом, и mm-hmm. вроде бы все. И так можно там двигаться дальше бесконечно. Там есть автодром, который можно перенести в другое место, построить еще какое-то жилье. Но вопрос к администрации. То есть почему бы нельзя было сразу сделать проект планировки всего квартала и всей набережной? Комплексного освоения вот этой территории. Это большая сложная работа для администрации. Да, даже надо карпеть. Зря ты ерничаешь. Кроме того, что карпеть, на проектную документацию требуются деньги. Ну, на... проектное решение, проект планировки, там небольшие деньги уже требуются, угу. Там они есть, там а не миллионы, сотни тысяч. А нет у вас генплана развития этой территории? Ну, генплан, он есть, развитие города. Генплан развития города, он идет туда, в южную сторону. Он есть, он сделан, там Нижегородский институт делал. А нет, конкретно вот этого, района, этого района Северного нет. кольца? Этого района нет. И это упущение, на ваш взгляд? Ну, мой взгляд, упущение, прежде чем 10 лет назад с лишним отдавать клочок земли Оксу завода Искош, нужно было спроектировать всю прибрежную зону, вплоть до, наверное, там бизнес-центра «Кристалл», где он сейчас mm-hmm. есть. До Старого моста. До Старого моста, да. Mm-hmm. То есть вот этими кусками раньше отдавали, из-за этого появилась вот такая ситуация, которая есть на сегодняшний день. Сейчас примем звонок слушателей 211-101, участвуйте в нашем разговоре. Нет, пока у нас звонка слушателей, я предлагаю все-таки слушателей предупредить о том, что есть звонок или нет звонка? Чуть позже будем принимать звонки. Почему? Или в процессе? Пускай в процессе. У них осталось-то времени немного. Слушатели, немного времени осталось. 211-101. Можно тогда я подключусь тоже? Мое мнение, как это могло бы происходить. Вот недавно удалось побывать в Японии и общались, так познакомились с одним из застройщиков больших японских. И мы делились правилами игры на российском рынке и японском. Когда я ему рассказал, что мы строим там, тянем сети, строим дороги, работаем там детскими садами, с парками, он сильно удивился, говорил, что ну, у нас так не то, что не принято, мы даже думать так не умеем, чтобы это делал застройщик. Что делает у них власть? У них власть работает как инвестор в каком-то смысле. То есть власть, имея в своем распоряжении земельный ресурс, достаточно дорогой, этот ресурс развивает, чтобы продать его дорого. Развивает каким образом? То есть она говорит, что вот в этом микрорайоне новом, вернее, в этой локации, в этом поле будет новый микрорайон. А там есть куда строить еще? Ну, на японских островах. В Японии, наверное, они не так много мест. Они теперь уже по вертикали строят, мне кажется. Да, но в любом случае, то есть администрация пытается из этой земли выжать максимум средств для собственного развития. Они тянут туда дороги, инженерные сети, ставят там социальную инфраструктуру. После этого меленько нарезают на кусочки и на аукционах продают застройщикам. Сначала вся инфраструктура, да. А потом уже жилье. И застройщик жилье. Уже по тому проекту, который город показал, спроектировал, то есть стратегически определил, что здесь будет прямо в квадратных метрах и в этажах. Архитекторы уже упражняются только на уровне архитектуры, дома, посадки, там, квартирографии и так далее. И таким образом все остаются довольны. То есть город получает хорошие инвестиции. Застройщик получает готовые к реализации земельные участки, в которых точно будет спрос, а жители получают благоустроенный микрорайон. То есть они въезжают, там уже все есть. Да. Сегодня в Токио идет забывать, подготовка к Олимпиаде 2020. Япония – это третья экономика в мире все-таки. Идет подготовка к Олимпиаде 2020, и в центре Токио активно идет реновация старых кварталов. Сносятся старые дома, строятся новые высотные дома. Давайте примем звонок слушателя. Алло, добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анатолий Васильевич. Ваш вопрос. Да? Я вот хотел перед этим задать вопрос господину Сергееву, но, к сожалению, он ушел. Но в принципе, может быть, и другие ответят. Давайте, задавайте. Вот на сайте администрации имеется выставлен график проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории. Вот 17 января прошел аукцион, продалось право развития застроенной территории. В квартале 346. Это за администрацией города. Начальная цена 46 079 рублей. А продан он был за 3 101 170 рублей с копейками.
Вот просьба прокомментировать, почему такие цены. Почему выросла так цена, вы имеете в виду, или начальная цена? Почему выросла? Так выросла и почему начальная цена 46 тысяч? Большой участок там, территория какая? 85,5 соток. Я могу объяснить. Давайте. То есть это развитие застроенной территории подразумевает, что ты выигрываешь право с аукциона, то он и аукцион, что цена получается стартовая маленькая, получается потом в итоге рыночная. Развитие застроенной территории что собой подразумевает? Ты должен разделить старые ветхие дома, которые существуют на этой территории. И это, получается, ложится на квадратный метр сносимого жилья очень большая сумма. То есть из-за этого низкая цена стартовая. Ну и выросла. Если на сегодняшний день, скажем, рыночная цена вот этих 85 соток порядка 100 миллионов рублей. Стоимость вроде бы начальная небольшая, там 46 тысяч, продали в конце концов там за 3 миллиона рублей. А стоимость 100? А стоимость 100, но тот потенциальный инвестор, который выиграл это право, он должен будет вложить на расселение ветхого жилья, может быть там 100, а может быть и больше миллионов. То есть предоставить новое жилье? Да, то есть предоставить новое жилье перед тем, как он начнет строить там что-то, он должен сначала всех оттуда расселить, сделать проект планировки этого квартала, как... Ну, получается то же самое, реновация уже существующего ветхого жилья, вот этого квартала. Вот и все, отсюда дешевое. Да, сейчас небольшой перерыв, одна минута, 211-101 номер телефона прямого эфира. Я все-таки хочу микрорайон, там, реновация технического микрорайона, промышленной зоны, все-таки добить еще немножко. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбана. Общаемся мы, напомним, с Юрием Захаровым, генеральным директором девелоперской компании «Железный», и Денисом Крутихиным, председателем совета директоров компании «Кировский ССК». Мы тут у Вятки, да, остаемся еще? Да, мы остаемся. Юрий Анатольевич тоже имеет отношение. Юрий Анатольевич перевел разговор на то, как развивается Япония. Это круто. Конечно. Однако, давайте вернемся к Северному кольцу и посвятим еще 3-4 минуты этому участку. Вот я поняла, Денис Леонидович, вы сказали, что если бы город поступил так, как токийские власти или японские власти, участок рассмотрел, проект составил, да, построил инфраструктуру, и тогда уже начала продавать эти участки, это было бы самое милое дело. Да? Любой застройщик на это согласился бы. Правильно? В принципе, сейчас так и есть. Вот в микрорайоне Урванцево так и есть. Это где метро? Да? Нет, это где ипподром. Это ипподром, где ипподром? Щерса вот, рядышком. Ульяновская, да. Да. Хорошо, доберемся. Хорошо, так в Северном-то кольце при таком количестве промышленных предприятий, но если бы вдруг правительство сказало, там, городское, что мы готовы, администрация, мы хотим реновировать микрорайон, сейчас как выселим всех, поучаствуйте, посодействуйте, скажите свое мнение, готовы ли вы. Вы бы были готовы? На каких условиях? Ну, давайте сначала спросим собственников, которые там есть, собственники промпредприятий, они готовы съехать в другое место или нет? И кто их будет туда переселять, и за чей счет? Ну, как-то же происходит это в Москве. Опять им должны не только площадку дать, им должны дать мощности соответствующие и оплатить этот переезд. В Москве регулирует это все рынок. То есть там, если бы у нас 170 тысяч за квадратный метр, как то тогда все можно заплатить. Тогда можно всех выселить куда угодно. Выселить, предоставить, и люди бы купили эти квартиры. У нас нереально, потому что все эти затраты, они не окупятся никакими ценами. Я вот, Юрий Анатольевич, подсказал, как в Японии, я могу подсказать, как в Америке поступают в таких случаях. То есть понравился земельный участок, допустим, в центре Чикаго, под застройку там подстроились какого-то здания, да, там есть какой-то собственник, есть кафе. Они один год подняли налог на землю в два раза, он сидит. На следующий год подняли в два раза, он сидит. И поднимает до тех пор, пока он не съедет. Выживает. Да, просто выживает. В Америке по-другому. Это закон? Законно вообще? Это в Америке законно, да. Слушайте, давайте мы тогда вернемся к совместным действиям застройщиков, потому что вы прекрасный пример. И Юрий Захаров, и Денис Крутихин работают сейчас на одной территории, которая прилегает к метро. Там есть микрорайон, или как это правильно назвать? Метроград. Поселок мы называем. Поселок Метроград. А рядом строят еще КССК свои дома. Это тоже Метроград, это, или это разные все-таки вещи? Это называется одним словом или по-разному? Давайте как-то. Ну, это чуть-чуть, в принципе, это два микрорайона в одном месте, да? Ага. Один Метроград, другой Метро.
А, метро вот и метрограмм. Метро, все, да. Потому что у меня была путаница в этом смысле. Однако люди, которые туда едут, они едут в один, по сути говоря, район. И давайте сразу там представим, мы даже туда отправляли студентов, чтобы они подзаписали мнение жителей, но студент еще не освоил. Студенты-практиканты к нам ходят, я поясню. Да. Но запись получилась не очень. Не очень запись, мы поработаем над этим. Вот. Сами можем себе представить, где находится этот район. Значит, на выезде по Московской в сторону Костина, с правой стороны сразу за большим торговым центром метро находится микрорайон Метроград, малоэтажное строительство и многоэтажки метро. Дорога узкая, туда идет на Костина старая дорога. Давно на нее жаловались, очень давно, чтобы ее расширяли, потому что строится новый микрорайон. Но сейчас, в первую очередь, наверное, надо как-то ее в божеский вид привести. Погоди, сам по себе дорогу. Подожди, да. ты вот не давай рекомендации сейчас никому. Сейчас, в первую очередь, вторую. Пускай нам эксперты скажут. Она узкая, поток машин увеличился, количество людей увеличилось. Она действительно в плохом состоянии. Ну и опять, то есть инфраструктура, там дороги между домами, есть ли там, нет ли там садик, куда люди ходят в школу, и как он вообще будет развиваться, тоже непонятно. Кажется, два крупных застройщика могли бы объединиться и решить эту проблему. Стоит ли вообще на повестке дня такой вопрос? Обсуждаете ли вы это? И что вы думаете дальше делать с этим микрорайоном? Потому что я знаю, что со стороны метро есть вопрос по увеличению этажности. Там, да? А это значит еще больше людей. Нет. Так. Нет, это абсолютно неправильное понятие, это самое большое заблуждение. Если выше, то это не значит, что это больше, да? Больше людей. Да, больше людей абсолютно не так. Может быть, там, чем выше этажность, существует коэффициент такой плотности застройки, сколько можно на одном квадратном метре построить квадратных метров жилья или общих помещений, да? То есть от 1,6 до 2, там, допустим, на сегодняшний день по правилам землепользования застройки. Если мы строим там, вот, на 10 гектарах, это значит, можно построить 160 тысяч квадратных метров жилья. Если мы будем строить трехэтажные дома, то мы практически застроим там всю территорию. Если мы будем строить 25-этажные дома, то у нас будет много свободной земли, много свободной территории. То есть и на плотность это никак не влияет. Этажность. Свободная территория, которая тоже пойдет в дело дальше. Которая пойдет под парки, парковки, под, да. Там еще что-то, там спортивные объекты какие-то, еще под что-то. Юрий Анатольевич. Ну, смотрите, вот что касается дорог, дорожной сети, вопрос действительно важный, но до бесконечности, скажем так, догрузить застройщика дорогами, ну, невозможно. То есть наша компания построила там уже две городские улицы. Это улица Садаковская и улица Краснополянская. И будет продолжать их строить. Что значит построила улицы? Как они выглядят? Они выглядят как улицы с тротуарами. Дорога, тротуары, с освещением, освещение, с полосами движениями, с парковками. Выведены они непосредственно на вот этот старомосковский тракт. Да, абсолютно верно. То есть, более того, наша компания еще в течение 2 лет не могла передать городу эту улицу. То есть мы 2 года еще занимались обслуживанием городской улицы. Они не брали? Да, освещали, чистили от снега, вывозили снег, все за свой счет. Это, конечно, ну, опять же, абсурдная ситуация, но, к сожалению, такие правила игры имеют место быть в нашем городе. Поэтому мы можем что-то делать. То есть вот мы эти инвестиции уже внесли. То есть в развитие микрорайона с точки зрения дорожной инфраструктуры мы внесли солидные деньги, там, это десятки миллионов рублей. Вот. Потенциально мы можем делать и больше, и больше. Но вопрос тогда... Если, что вы за это получаете? Да, есть ли единое правило? Почему мы тогда как застройщик это делаем, а компания, которая точная застройка в центре города занимается... У нее уже все есть. Да. Если вы будете задавать такие вопросы, ну, нет, мы сейчас обсуждаем. Никогда ничего вообще не изменится в вашем крае. Накидываем вопросы, которые требуют решения. То есть, если бы появились некие общие правила игры, сказали, что застройщиков есть какая-то определенная плата с квадратного метра за что-то. Но только дайте обратную связь, что мы за это все вместе получим. Вопрос, который вы задавали Ирине Васильевне Рубцовой. Вот если человек заявляется, компания заявляется на комплексную застройку, а что она получает взамен? А что бы вы хотели взамен? Вопрос. Ну, взамен, безусловно, хотелось бы совместно с городом развивать всю инфраструктуру социальную, потому что за социальное развитие, за социальное обеспечение у нас отвечает государство, а не застройщик. Это вот очень простая мысль, которая, ну, до всех, наверное, должна дойти. То есть, ну, не отвечает застройщик за поликлинику, за детский сад, за школу. Это не его бизнес. Он не может собирать деньги, чтобы строить школы. Ну, не может. Это, ну, абсурдная ситуация. Зачем мы должны с населения собирать деньги, продавая квадратный метр, чтобы строить школы?
А конкретные условия? С нас должны собирать налоги, да. С нас должны брать какие-то платы, создавать некие правила игры, при которых мы эти деньги отдадим в город, и город закажет как заказчик эту школу. Вот, некие правила игры. Мы наивно полагаем, что если бы город договорился с застройщиками, принял какие-то там законодательные акты или там еще какие-то подзаконные там, да, и говоря, что мы бедные сильно, бюджет ничего не позволяет. Ни дорогу, ни садик, ни школу, ни поликлинику вообще. Народ заселился, живет без всего этого. Там, да, или там по следующему микрорайону. Мы понимаем, что и здесь будет то же самое. А надо и дорогу, и садик, и школу, и поликлинику. Но денег нет. В такой ситуации, которую нам официально поясняет администрация, как застройщик, если у него есть такая миссия сдавать микрорайон целиком, мог бы договориться, ну, что бы он попросил у города, чтобы все-таки строить? Может быть, участки по какой-то очень льготной цене. Что еще, вот как бизнес? Вы же наверняка долгое время уже размышляете об этом, да. Какие еще можно пути выхода находить? Конечно, здесь вы правы, должно быть двухстороннее движение, да. То есть мы, если городу строим что-то, что получаем взамен. Ну, что, какой у вас интерес? Что взамен? Что реально было бы? Вот на весы. Я вам садик, дорогу, а вы мне вот это. Что? А вы мне землю. Землю. Да. Свободную землю высвободили, что где-то вы снесли, расселили ветхое жилье там по программе, по федеральной. У вас появился свободный земельный участок. Землю на каких условиях? Совсем бесплатно? Ну, если садик совсем бесплатно, то и землю совсем бесплатно. То и землю совсем бесплатно. Да, ваш набор. Или продайте эту землю с аукциона, ага, и постройте мне садик. И а там порядок садик. Цен какой? Земля, садик? Ну, смотря какой садик. Смотря какая земля. Не, ну, на мой взгляд, действительно, надо продать землю городу, и городу выступать застройщиком детских садов и школ. Застройщиком, то есть человеком, который заказывает, что он хочет построить. Потому что в ином случае, ну, мы как-то странно выглядим, когда мы сами заказываем социальные объекты, не имея у себя внутри компании никаких компетенций в области образования, там, детского воспитания и так далее. Поэтому, ну, но это у Петрограда была попытка построить детский садик. Ну, я думаю, что она увенчается успехом, вот, благодаря там, участию тоже, в том числе министра строительства Российской Федерации, нам подтвердили, что мы можем войти вот именно в проекты комплексного освоения территории для строительства этого сада. Это тоже вот это, о чем мы с этого говорили. Да. О чем мы говорили. Просто процедура сейчас до конца не доведена. Мы заявку подали. Она лежит на рассмотрении в областных кабинетах. Надеюсь, ей дадут ход. Объясните тогда вы еще. Вот это вхождение в федеральный проект, это федеральный проект комплексного развития территории? Или что? Почему в областном правительстве заявка лежит, а не в городе? Ну, потому что от нас, от области, собирает заявку Минстрой и, соответственно, задает в Минстрой Российской Федерации. То есть субъект федерации, да. Он может только общаться. Про садики немножко на сегодняшний день это сложнее, потому что было поручение президента к 2015 году обеспечить все населенные пункты местами в детских садах. На сегодняшний день считается, что в Кирове все обеспечены, обеспечены детскими садами, на 100% обеспеченность в городе в Кирове. Угу. То есть, если мы строим новые детские сады, тогда куда старые? То есть вот этот парадокс, который на сегодняшний день существует. У нас тоже есть, и это касается и Салюта, там у нас землю мы готовим под детский сад, и тоже в Метро у нас есть земля под строительство детского сада. Это второй уже участок? Да, второй. Ну, у нас там рядом, да, один у компании «Железная», один у нас тоже зарезервирован под строительство детского сада. Но на сегодняшний день, если детские сады строились с привлечением финансирования из федерального бюджета, чтобы выполнить указы президента, да, обеспечить всех детскими садами. Он закончился. Сегодня доложили президенту, что все, обеспечено с детскими садами на 100%. Если мы опять посылаем в федеральный бюджет заявку, но на софинансирование строительства детского сада, он говорит, ну вы же нам 2 года назад сказали, что у нас обеспеченность на 100%. Зачем? Жизнь-то идет вперед. Да, вы им в ответ, жизнь-то ведь не замерла. Рождаемость того. Ну и старые детки подрастают, которые идут из детского сада в школу. Сейчас мы прервемся на 2 минуты буквально, а после чего продолжим. История интересная. Хочется, чтобы Юрий Анатольевич все-таки еще пояснил. Я не очень все-таки понимаю, почему Маяковская в город идет по тому же закону по комплексному развитию, а вы в область. Программа предназначена для аудитории от 16 лет.
Урбан. Программа о городских проектах. Ну вот мы возвращаемся в студию. По-прежнему здесь на месте все. И Владимир Сметанин, и я, Светлана Занько. И наши гости. Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железный». Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировский ССК». У нас остается чуть более 10 минут. Да. Ну вот смотрите, все-таки, чего говорил пресловутый, извините, Мень? Он говорил, что до середины 2017 года Минстрой планирует составить перечень микрорайонов комплексной застройки. Ну вот, да, о чем я говорила, это не только промышленная зона, а вообще микрорайоны комплексной застройки, которые будут поддерживаться в части инженерной инфраструктуры субсидированием процентной ставки, а в части социальной и транспортной инфраструктуры прямыми субсидиями. Вот за что борются-то. Но, по сути, то, что должно быть привлекательно для застройщиков. Угу. Об этом речь идет. Это спасение, нет? Ну, это решение многих проблем, которые сейчас существуют и остаются без решения. Это действительно решение. Так. Ну, или что-то еще необходимо. До середины 17-го перечень микрорайонов комплексной застройки. А Ирина Васильевна Рубцова говорит, что мы вообще даже не это, в эту сторону и не думали еще пока. Ведь это, я так понимаю, муниципалитеты должны предоставлять эти микрорайоны в списке Минстрою, нет? Ну, микрорайоны, они есть. Они есть. Есть микрорайон Метроград с метро, есть микрорайон Урванцево, есть микрорайон Чистые пруды. Кто должен подавать Минстрой-то? Муниципалитет должен подавать. Они есть. Ничего не надо. Им надо просто собрать список документов и подать туда. Вот так ведь середина 2017 года, вот, через месяц. Ну, сейчас заняты не тем, сейчас выборы на носу, поэтому думают о выборах, а не... Так это проблемы. Тоже можно было бы использовать, бы, да? Да. Мы свои письма отправили более месяца назад. В эту программу? В эту программу. Угу. Вы сами, железно, мы сами, отправили? Нет, мы отправили, еще раз повторюсь, министру строительства Кировской области. И зампредседателю правительства Кировской области. Так. И где ваши письма сейчас находятся? На рассмотрении. На рассмотрении здесь у нас в правительстве Кировской области, да. А месяц остался для того, чтобы в списке попасть. Мы многократно напоминали, но я не знаю, в чем причина, пока ответа на эти письма нет. Регламента какого-то определенного нету временного? Ну, когда они должны быть рассмотрены, отправлены? Месяц, 30 дней. 30 дней, да? Должен быть ответ. Ну, надеюсь, получим. И все. И вы единственное это сделали. Я не знаю, то есть у меня другой информации нет, это лучший вопрос задать в областное правительство. А вы, Денис Леонидович, не пытались? Вам не интересна вот эта история? Ну, вот там вы сказали, субсидирование процентной ставки – это на создание инженерной инфраструктуры. Да, мы... а социальные и транспортные – прямые субсидии. Ну, мы по инженерной инфраструктуре писали заявку, когда мы взяли с аукциона земельный участок комплексного освоения, это Курочкины, АИЖК, то есть мы создали инженерную инфраструктуру, положили теплотрассу от ТЭЦ-5 до этого микрорайона. Сами? Сами построили, она у нас на балансе, мы сейчас ее эксплуатируем, содержим. Мы писали письма и в ЖК, как бы и в условиях этого конкурса было, что вроде бы будут такие, но ответа нет. А вот же шанс. Вот же списки будут составлены, и субсидирование ставки, ну, и прямые субсидии. Или вы почему-то скептически к этому относитесь? Списки будут составлены, а инфраструктура тоже построена. Ну, давайте попробуем. По другим районам? Написать. Ну, вот пока у нас микрорайоны обеспечены всем, вот наши новые микрорайоны обеспечены всем. И, ну, это и касается у нас еще большого. Микрорайон есть в Чистых прудах, там участок 10 гектар. Метро с Метроградом. А вот мне тоже бы хотелось бы вернуться еще к метро с Метроградом, по-вашему, как-то вот еще подробнее взаимодействию поговорить. Вы сказали, что садик запланирован, вы сказали, садик тоже. Дороги, вот, пожалуйста, еще какие-то тут объекты. Если вы садик запланирован вместе у каждого застройщика, потому что каждый микрорайон рассматривается как отдельный. Но, по большому счету, мы же говорим про комплексное развитие территории. А школу нужно строить одну на весь микрорайон. Мы же сегодня не про микрорайон, а про комплексное развитие территории. Там эти же дети, они же будут бегать туда-сюда. Район, да, нужно построить, да, одну школу, и она как раз будет загружена. На сегодняшний день там проблемы со школой. А почему вы не объединитесь и не попробуете залезть в этот список вот своими двумя микрорайонами? Ну, на наших двух микрорайонах там не предусмотрен земельный участок для строительства школы, к сожалению. Так подсуетились бы быстренько в администрации-то, нет? Участок предусмотрели вместе... Документы подали, хорошо, пробили это, ну, все в Минстрой. Ну, хорошо, если мы будем этим заниматься. Администрация-то у нас, стесняюсь спросить, зачем? Затем. Ответ будет такой. Затем, чтобы контролировать. Не знаю, Денис Леонидович, да, затем я вам скажу. Кстати, там я, так... я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Мы так это ваше строить дело. Строить микрорайоны. А
администрация города должна так планировать это ваше дело. Совместно с администрацией, ваш же бизнес здесь, на этой территории, для этих людей, да, совместно, вот, пожалуйста, для вас программа создана, да, по комплексному развитию территории. Месяц один остался. Давайте будем считать, что образцовый у нас будет микрорайон Урванцево. Там еще нет достаточного количества жилья, но есть много земельных участков, активно ведется строительство. Так вы же не попадете в эту программу. Начинаем строить мы там много разных домов, разных мини-микрорайонов. Администрация города строит, там ведет строительство школ, построен детский сад. Нет, Денис Леонидович, вы как-то вот как будто бы меня не слышите. Вы сначала говорите, они должны, те говорят, у нас денег нет, вам предоставляют инструмент, а вы говорите, ну, вообще не наше дело. Я не очень понимаю. Слава, давайте тогда по итогам нашего эфира мы попробуем такое письмо подготовить, по крайней мере, задать вопрос, конечно, возможно ли рассмотреть микрорайон Митроград-Метро, да, для строительства школы. А мы, соответственно, запрос отправим в Минстрой и узнаем, что они по этому поводу думают. Хорошо. А школа там, кстати, на потому что на просто очень мест странно не воспользоваться этим. Ну, я думаю, что на 1000 школьников такая традиционная типовая школа. Ну, только вот не только про школу, тут ведь они еще и про транспортную инфраструктуру говорят. Пусть и дороги, может быть, туда войдут. Мы создали, но если мы говорим уже про реновацию городской инфраструктуры, которая вот улучшение улицы Московской, там расширение, то есть, может быть, да. Да. И будет очень интересно послушать, что думают новые власти, и успеют ли они за месяц, например, провернуть такую работу. Ну, улица Московская, она это содержание, это отдельная статья расходов. Есть ли расширение, расширение, то это уже, вот, может быть, попасть как раз сюда. Да, это было бы. Должен писать все равно, это мэрия должна писать. Должна она контактировать. Кто конкретно это в мэрии? Мэрии, администрация, глава администрации. Глава администрации города, да. Не глава города, а глава администрации. Конечно, конечно. Вы в перерыве, кстати, говорили о том, что дорогу дополнительную собираетесь в ближайшее время строить. Поясните, пожалуйста, о чем есть речь. Ну, это совместно речь. Вы хотите. Совместно, да? Да, мы говорили про временные дороги в районе как раз микрорайона Урванцева. Вот, для обеспечения просто нормальной транспортной доступности. А там уже часть застройщиков сдала объекты, вот жилье есть, а дороги нет. Это дорога на время строительства, это вот совместно несколько застройщиков под предводительством Юрия Анатольевича. То есть мы сейчас собираемся, да, построить эту дорогу временную, которая идет к нашим микрорайонам, строящимся и уже сданным домам. Угу. Эта дорога будет предназначаться как и для грузового транспорта, да, так и для личного? Да. Да, она будет во временном исполнении в виде дорожных плит. Но мы надеемся, что в ближайший год нам утвердят бюджет на следующий год, в который будет включена другая дорога, уже постоянная улица, расширение улицы Зянкина. В рамках городского бюджета, которое, вы имеете в виду. Угу. Если у города получится протащить ее вот через проекты комплексного освоения, угу, это микрорайон Урванцева действительно такой, может быть, по-настоящему показательный, угу, микрорайон комплексного освоения, потому что город занимался развитием этой территории. А вот как и уже говорили, то есть и школа, и детский сад там построены, поэтому вот осталось сделать транспортную инфраструктуру, и это будет по-настоящему такой современный новый микрорайон в городе. Вот, к сожалению, еще раз, на сайте Минстроя я более подробную информацию не смогла найти, но я не очень поняла, на самом деле, вот эти списки, которые Минстрой примет, утвердит, да, вот, которые они получат в середине, то есть в июне уже 2017 года, они на год или на какой-то длинный период времени, как вот сейчас программа благоустройства пятилетняя, например, да? Дворов. То есть дворов можно ли будет попасть на следующий год, или через год, или через два? Мне это не очень понятно. Попытаемся задать вопросы, возможно, Минстрою областному, потому что, судя по тому, что вот Ирина Васильевна говорила, Рубцова, они-то не очень в курсе, да, программы комплексного развития территории. Не очень. И как они сказали, это вот инициатива застройщика. Вот застройщик обратился, и мы что-то попробуем там сделать. Но то, что говорил Сергей, фирма Маяковская, никакого отношения к вот этой программе не имеет. Нет, это вообще другая история. Другая история. Совершенно другая история. А вообще вот эти всевозможные согласования, утверждения, они затяжные, вот эти процессы, они насколько сказываются на вас? Каким образом? Вам хотелось бы, чтобы все это быстрее все-таки происходило? Ой, мне кажется, вот это сейчас... Это такой простой вопрос, конечно, да. Хочется, прежде всего, стабильно, чтобы не менялись законы каждые два года, чтобы не менялись правила землепользования и застройки. Мы сейчас говорим про наши законы, про наши законы, про оригинальные, конечно. Мы говорим то, что зависит от нас, от наших властей. Чтобы мы знали, что у нас будет через год, через два, через пять, через десять. И они никоим образом вас это не предупреждают? Нет. В каком направлении они там будут что-то менять, корректировать? Экспертный совет не собирают. Абсолютно нет. Руководители компаний, планы.
Вот обсудите правила землепользования и застройки вот в этой студии, пригласите архитекторов, те люди, которые в этом понимают, те, которые на это, к этому обучались, угу. те, которые в этом профессионалы. Ну, только обязательно мы все-таки с застройщиками. Ну, потому что они могут свое говорить, а да. у вас-то совершенно там свои запросы. А вообще предпосылки-то какие изменения всех этих? Причина. Зачем меняют законодательство? Да. Зачем? Почему? Все с чем-то борются. С чем или с кем? Это все сходит сверху? Мне кажется, есть какая-то ведь общая государственная политика по развитию рынка жилищного строительства. Должна была быть, по идее. Очевидно, что сейчас ситуация она тяжелая. Рынок падает. Мы знаем, что одно рабочее место на стройке дает 7 рабочих мест в других смежных отраслях. Если мы сильно сбавим темпы, то это мало-то никому не покажется. То есть экономика в целом очень сильно пострадает. Поэтому ищут новые инструменты поддержки. Но вот один из таких мощных инструментов – это поддержка именно проектов комплексного развития территорий. Почему? Потому что именно в этих проектах максимально много и быстро можно построить жилье. Это не точечная застройка, которая требует постоянного круга согласований, пересогласований, разрешений. То есть один раз микрорайон спроектировали, согласовали. Но опять же, вот если без этих проблем, о которых Денис Леонидович говорил, что меняется закон. Завтра поменяется закон и скажут, убери 3 этажа. Вот. И они уже есть. Уже, да? В целом, если да. правильно подходить, то это правильный путь, на мой взгляд. И он действительно даст толчок развитию именно рынка жилищного строительства. Но пока делаем вывод, это такая перспектива, это еще... Не слишком близко. Но мы посмотрим. Мы же хотим попробовать. А почему нет? Может быть, получится. Что будет, да. Да, хорошо, мы запланировали. Мы обсудим правила землепользования. Может быть, даже уже в следующую среду. Спасибо, что подсказали, что это должны быть архитекторы. Все-таки застройщики своим мнением там нам тоже понадобятся. Не знаю, Ирину Васильевну Рубцову приглашаем в студию. Она... Да ведь? Да, первый человек, который должен сюда прийти и рассказать, безусловно. Благодарим сегодня за такой обстоятельный разговор наших гостей. Юрия Захарова, генерального директора девелоперской компании «Железная», Дениса Крутихина, председателя совета директоров компании «Кировский ССК». Это была программа «Урбан». Владимир Сметанин. Светлана Занько, я не прощаюсь, я вернусь в качестве ведущего через 20 минут в программе «Особое мнение». Ну, а мы прощаемся. До свидания. До свидания. Программа о городских проектах.